Смотри на MTV, будь в сети. Будь в сети. Ну, весна у меня до сих пор со студенчества ассоциируется со студенческой весной. Вот буквально через 2 недели начнется этот замечательный молодежный фестиваль. Вот. Ну и помимо того, весна, обновление какое-то, что-то новое. Хотя после моей недавней поездки в лето, вот это все, это мне напоминает зиму. Как-то затяжно получилось. Этой весной я собираюсь раскрасить пару десятков колодцев, продолжить это дело. Я собираюсь освоить новые виды йоги. Пусть это будет через книжные какие-то источники или видеоисточники, или, может быть, семинары. Я собираюсь запланировать свою следующую поездку, отпускную. Я собираюсь посадить под своим окном в палисаднике хмель и девичий виноград, чтобы в конце лета весь забор был обтянут этими замечательными такими листиками. В общем, красоту собираюсь навести. И еще собираюсь продолжать пропагандировать свободу. Свободу действий, свободу выбора, свободу решений, мнений, своей жизнью. Я – это пример свободы. Может быть, стоит показать им пранаяму. Пранаяма – это дыхательные упражнения, которые успокаивают нервную систему и обогащают тело, кровь кислородом. Правая рука, сгибается указательный пальчик, средний, закрывается левая ноздря, и дышим только диафрагмой, опуская воздух в живот. Вдох, закрываем правую, выдох левой. Вдох левой, выдох правой. Вот таким образом пранаяма помогает сбалансировать левую сторону с правой, так сказать, своего внутреннего мужчину с внутренней женщиной, солнце с луной. То есть вот благодаря такому дыханию, медленному, спокойному в течение там 5-10 минут, можно перед сном успокоиться, уравновеситься, лечь, и еще голова не долетит до подушки, а ты уже спишь. Продолжайте жить, продолжайте наслаждаться жизнью. Слушайте себя изнутри, потому что интуиция – это голос души. И когда вам ваше тело говорит: пожалуйста, прогуляй меня, идите в парк, берите велик. Когда изнутри хочется одиночества, сделайте это. Останьтесь одни дома, зажгите свечи, включите хорошую музыку, приятную. Побудьте наедине, потому что иногда мысли и размышления какие-то о жизни приводят к хорошим результатам. И носите яркие вещи, потому что унылая вот эта погода иногда портит настроение. Вот. А так, жизнь – ритм, в любом случае, весна, дальше лето, осень, зима, и когда-то все равно будет весна. А весна, все равно весна. Привет всем, я Юлия Кандинкина. Смотри мое ТВ, будь в сети. Комментируй ВКонтакте. Мое ТВ. Ставь лайки в Фейсбуке. Следуй за нами в Твиттер. Смотри на мой портал «Будь в сети».